Сейчас ролф небольшой произошел дома. У меня, получается, ну, были зализанные волосы. Ну, как зализанные, я их намочил и прижал кепкой. И все, они у меня так и на макушке и зафиксировались. Так вот, меня увидел отец. Говорит, о, впервые у тебя хорошая прическа. Ну, что типа нет челки, там она, открытый лоб. Я такой говорю, пап. У меня есть много кэша, но не по твою душу. Я не хочу тебя слушать. У меня челка будет продолжаться до макушки и там заплетаться в косичку. Вот такой. Фу, бля. Вот я с него поорал в этот момент. Ну, то есть, казалось бы, сначала похвалил, но потом обломал я, короче, его. Это новое, ведь сегодня эта девушка со мной. Силуэт ее зеленый, боже мой. Вот так вот, в общем, ребята, и работаем. Специально была арендована студия. Ссылочка в описании, как всегда. Кто мелюзовский, местный, захочет пофоткаться. Вот тут такой большой контраст. Тут темное, тут белое. Я вырядился во все бело-серое и записываюсь на темном фоне. Ну, конечно, бы для эстетики надо было повернуть камеру, но нет. Хуй. Погода у нас, ребят, очень жуткая. Я сегодня ехал утром с университетом. Вот, а Кумертау, как правило, город не славится тем, что там охеренно чистят дороги. Так вот, на каждом светофоре, на котором ты останавливаешься... Она сегодня не придет домой. Сходу не получится стартануть, то есть надо... сдать назад, то есть взять разгон, и потом уже вперед ты. Ну, у тебя колеса пробуксовывают, но ладно, машина еле-еле как доедет. А вот просто если сходу ты вот стоишь на месте, и тем более если поднимаешься в гору, то все, пиши пропало. Вот. Ну ладно, у меня как бы более-менее так нормально получилось. Скилл повышен, так сказать. Я сегодня не сильный, но пусть думает иначе. Мои стопки бомбейные, я только-только начал. Эти девам интересно знать, а что это за мальчик? Успокойте свои дыры, я на стиле, я изящен. Че? Мне как бы, по сути, надо сидеть и готовиться к экзамену. Ну, или хотя бы контрольный писать, чтобы меня до него допустили. Но я планирую просидеть до вечера на... Планирую просидеть до вечера на студии, потому что видео это мое, строительство это не мое. Ты ж писька. Все. Так, это что тут у меня за дилда лежит? Давай-ка назад. В общем, ребят, сейчас пилим на студию. На студию видеозаписи, а не звукозаписи. Что очень жаль. Запишем ответы на вопросы. Я вообще давно хотел что-то записать на этой студии. Не было каких-то связей. А сейчас я лично познакомился с хозяином. Валим, валим, сильно валим. Рез уже за 160. На любой машине круто, если установлен сад. Прайд, Уралы, пионеры. Подбираешь под себя. Но не важно, что за шильдик, ведь мы громкая семья. Жно слышно везде. Для тебя громко, мне по пизде. И этот диплом так же, как и аттестат, куда-нибудь там положу и все. И забыл, что он существует. Приветствую, друзья! Хорошо?
хорошая новость для жителей города Мелеуз. У нас теперь появилось собственное приложение. В нем собраны абсолютно все места, куда можно сходить или пошопиться. Весь город как на ладони. Это приложение постоянно обновляется, доступно в Google Маркете, также на App Store.